Ну, видишь, Григорий, сегодня были сделаны очень серьезные предложения со стороны Китая. Большая уступка в торговой части. Именно Китай согласился купить американских товаров уже на 45 миллиардов долларов. Это еще только в первый день, когда не было основной сессии с бизнесменами. Китай пытается что-то делать. Риторику Обамы это никак не смягчило. Ты упомянул слово «манипулятор». Если законопроекты будут приняты, Тимоти Гайтнер будет обязан назвать Китай манипулятором валюты. Это уже будет не его некая воля, не его субъективное решение, это будет объективный факт. Если Китай называют манипулятором валюты, то торговая война автоматически... Вот с точки зрения дальнейших тенденций, в принципе, сейчас надо понять, пойдут китайские регуляторы на более масштабное укрепление юаня. В принципе, на рынке есть разговоры, что вот когда начнется Новый год, китайский, в феврале, да, по-моему, в самом начале, возможно, нас будет ждать сюрприз, может быть, будет какой-то скачок курса юаня сразу процента, может быть, на 3, на 4, как это было в 2005 году, потому что, во-первых, Китай все-таки должен что-то сделать, он обязан как-то ответить той же американской стороне, вообще давление сейчас на Китае со всего мира идет, хотя в недавнее заявление бразильцев чего только стоит, но, соответственно, поможет сбить инфляцию, которую иными путями сбить нельзя. Я думаю, что, наверное, китайцы не пойдут на масштабное повышение процентной ставки. Ты видишь, цены на нефть, они тоже заслуга китайских покупок. WTI в районе 91 доллара за баррель, а Brent уже в районе 100 долларов за баррель, чуть ниже этого уровня, пока не удалось прикоснуться к этой заветной отметке. Тем не менее, конечно, и нефть, и медь на максимумах, это, безусловно, заслуга китайского фактора. Поэтому вот сегодняшнее событие, за которым мы сегодня наблюдали, могло бы, наверное, как-то эту ситуацию разрешить. То, что мы видели на валютном рынке, а именно давление на американский доллар, это тоже отражение той напряженности, которая есть. В общем-то, падал не только доллар, в итоге стал и евро падать к тем же самым валютным убежищам. Но в этом плане, конечно, валютный хаос никто сейчас иметь не хочет. Но, с другой стороны, вот проблема, наверное, двойственная. Эти печатают деньги, и эти печатают деньги. Эти держат курс своей валюты заниженным, эти не хотят снижать свои долговые нагрузки. Вот поэтому товары дорожают. Поэтому товары дорожают во всех валютах. Да? Доллар, по сути, не упал, ведь против западноевропейских валют. Товары дорожают, не дорожают. Сейчас самое главное, что мы имеем дело с тем, что цены на нефть, по крайней мере, на североморскую смесь Brent, подошли вплотную к уровню в 100 долларов. Как-то это все произошло так обыденно, тихо, мирно. Никто не вопит, никто не орет, ну, 100 долларов и 100 долларов. Но вот на днях были комментарии представителей Международного энергетического агентства. С одной стороны, они тоже не вопили, но вот комментарии главного экономиста этой организации о том, что цены на нефть в данной ситуации, когда экономика растет, еще не столь устойчиво, надо признать, что никакого синхронного роста в мире нет, еще не факт, что 100 долларов мировой экономический рост не затормозят. Ну, знаешь, Григорий, у меня здесь некое дежавю. Все-таки такие же заявления мы слышали в прошлый раз, когда цены на нефть подходили к отметке в 100 долларов. Да, тогда с экономическим ростом было несколько лучше. Может быть, сейчас с этой точки зрения заявление более оправдано. Но вот ровно то же самое говорили. Сначала на 70, потом на 80, на 100. Призывали ОПЕК увеличить предложение для того, чтобы сбить цены. Тем не менее, до 150 они дошли достаточно быстро и спокойно. Ну, тогда темпы роста были более масштабными. Это я точно помню. Ну, а сейчас они ниже. Если сопоставить темпы роста мировой экономики с текущим ценами на нефть почти в 100 долларов, то получится несколько иная ситуация. Вот как это ни парадоксально, цена на нефть может повлиять, например, на проблемы в европейской экономике. Там и так проблем полно. Да, это долговой кризис, один чего стоит. А тут еще вот то же самое Фатих Бироль просчитал, что для данной ситуации дальнейший рост цен на нефть будет еще больше давить на еврозону, у которой, во-первых, возникнет инфляционное давление, во-вторых, слишком много будет проблем. Ты видишь соотношение, какое получается. А в ситуации, когда инфляционные ожидания растут, Центральному банку, ну, той же Европы, повышать процентную ставку – это самоубийство. Но зато вот в Goldman Sachs абсолютно комфортно и спокойно себя чувствуют аналитики. Они говорят о том, что 99 долларов за баррель – это совершенно безвредно для мировой экономики. А никакой паники не отмечают эксперты Goldman Sachs и говорят о том, что мировая экономика способна принять цены на нефть на уровне 99 долларов за баррель. Ну, может, у кого-то, конечно, проблемы и возникнут, но так или иначе развитие в мире это не убьет. Ну, с точки зрения рисков, тут, с одной стороны, вот сырьевые стратегии банка Goldman Sachs может быть правы, да, такое мало пока кто вопит, хотя, действительно, ты сказал, дежавю, тогда тоже вопили сначала тихо, потом уже орали, я имею в виду в 2007, потом в 2008 годах, но сам факт, что отчасти рост цен на нефть и рост инфляционных ожиданий вынудил многие центральные банки начать повышать процентные ставки, и это отчасти усугубило ситуацию, спровоцировало кризис уже в других регионах
мира, в том числе в странах с развивающейся экономикой. Ты помнишь масштабное повышение процентных ставок китайцами, индусами, бразильцами. Сейчас очень все похоже. То есть в этом плане все похоже, а с точки зрения инфляционных ожиданий в странах с развитой экономикой тоже все не так просто. С одной стороны, инфляции, конечно, по факту пока нет, там все-таки специфические условия, там конкуренция большая. С другой стороны, инфляционные ожидания есть. Они же могут привести к тому, что народ испугается и начнет ждать, что центральные банки там тоже начнут повышать ставки. В развитых странах вообще все страны с инфляцией, общие темпы инфляции очень высокие, стержневые темпы инфляции крайне низкие. Что делать центральному банку в таких условиях, вообще непонятно. И на валютном рынке, конечно, были очень серьезные колебания, если говорить не о каком-то конкретном дне или неделе, да, если посмотреть на прошедший год-два, то вот как раз те страны, где повышались процентные ставки, вот там валюты дорожали быстрее всего. Это, конечно же, также добавило к диспропорциям на валютном рынке. Например, австралийский доллар стоит дороже одного американского доллара. Западноевропейская валюта, фунты, евро и, конечно же, доллар, они все-таки пока как-то в одной группе. Пара евро-доллар находится ниже отметки 1.35. Нет, можно еще обосновать падение американского доллара. Это не только китайский фактор, этот фактор напряженности в торговых отношениях. Это еще факторы ожидания того, что инфляционные ожидания растут в той же еврозоне. Даже в Британии говорят уже о том, что местный центральный банк может быть ставку повысить. Может быть, летом, может быть, осенью. Соответственно, начали спекулировать на тему того, что в Америке все-таки есть еще проблемы дефляции. Значит, монетарный орган будет свои ставки вообще держать нулевыми, может быть, даже еще включит программу количественного смещения, а в других регионах начнут ставки повышать. И это тоже давит на доллар. Понятно, что здесь противоречие, потому что непонятно, что лучше, что хуже. Если придется вынужденно повышать процентные ставки в той же еврозоне из-за роста инфляции, это явно не позитивная тенденция, потому что будет полная разруха всего долларового рынка. Да. Действительно, если посмотреть на производные инструменты, то рынок ожидает повышения ставок Банка Англии уже в этом июле на 25 базисных пунктов. А вот в Европе повышение ставок ожидается только к концу этого года. Сегодня выступали представители ЕЦБ, они попытались несколько сбить пламя, и даже Аксель Вебер говорил о том, что вот те данные по инфляции, которые мы получили, это не повод для того, чтобы пересматривать монетарную политику ЕЦБ. Европа по-прежнему в центре внимания. Сегодня в Брюсселе завершилась встреча министров финансов еврозоны. Правда, каких-либо конкретных договоренностей достичь не удалось. Представители стран периферийной Европы не получили желаемого. Возможности фонда финансовой стабилизации еврозоны остались такими же, как и были. Главные доноры, Франция и Германия, не стали обещать новые средства. Пока цена спасения проблемных стран не слишком высока. Расходы покрываются выпусками специальных облигаций. В ближайшие два года фонд продаст бумаги на 26,5 миллиардов евро. Львиная доля выручки пойдет на спасение Ирландии. Сегодня агентство Moody's присвоило облигациям Европейского фонда высший кредитный рейтинг – AAA. Этот долг гарантирован странами-участницами организации, и под него созданы достаточные резервы. Европейцы пока не испытывают проблем с привлечением средств. Сегодня были удачно размещены двухлетние немецкие бумаги на сумму 5 миллиардов евро. Хорошие результаты показывают и страны периферии. Португалия продала облигации на 750 миллионов евро. По сравнению с прошлым аукционом, их доходность снижается, а спрос на них растет. Европейские чиновники стараются закрепить успех. Новые стресс-тесты банков, которые запланированы на март, должны вернуть инвесторам уверенность. Мы не должны допустить повторения того, что произошло в прошлом году. Многие задаются вопросом, почему предыдущие стресс-тесты не показали, насколько серьезны проблемы ирландских банков. Мы считаем, что новые тесты должны быть как можно более жесткими, и их должно пройти как можно больше банков. Мы также должны смоделировать максимальное число негативных сценариев, в том числе проблемы с ликвидностью. Сейчас обеспечение ликвидностью полностью лежит на ЕЦБ. На прошлой неделе банк вновь активизировал покупки гособлигаций на вторичном рынке. Федор Барков, Вести. Григорий, история с этим фондом пока остается непонятной. Я бы еще на один момент обратил внимание. Сегодня была любопытнейшая информация. Мы давно говорили о возможности реструктуризации долгов в Европе. И газета Die Zeit, немецкое издание, сообщает о том, что правительство Германии даже теперь уже рассматривает вариант, при котором будут реструктурированы долги Греции. Финам будет разрешено выкупать свои долговые бумаги за счет того самого фонда. Я, насколько помню, Минфин Греции это все категорическая проверка, и потом Минфин Германии тоже все это проверка. Правда, непонятно, если действительно будет принято такое решение, тут палка о двух концах. С одной стороны, если греки получат доступ к деньгам суверенного фонда и будут выкупать свои долговые бумаги, ставки доходности по ним упадут. Может быть, это позитивно, может быть, это лучший выход. Но, с другой стороны, фонда на всех по-прежнему не хватит. То есть, если у кого-то опять появятся проблемы с ликвидностью, если какие-то страны опять окажутся в ситуации, когда они не могут привлечь дешевые средства,
что, собственно, на этом песня пока будет спета. Страховые риски растут. То есть, в принципе, пока рынок голосует ногами по-прежнему против того, чтобы что ситуация нормализовалась. Значит, видимо, дела еще пока плохие. Спасибо большое, Григорий. К сожалению, на этом время нашей программы подошло к концу. Всего доброго.